Всем привет, ребят, с вами Техрашен и Домишка, Дима, Дом. Вот мы опять играем в Stomping Land, это очередная часть. Кстати, вот Дима, аквалангист вылез. Вот, мы продолжаем играть, выживать. Игра казалась лучше, чем я думал. Вот. И что ж, поехали. Так, ты там нарубил рыбы, наколол, я не знаю. Что еще с рыбой можно пытаюсь делать? Пытаюсь. Так, знаешь, что я попробую делать? Я попробую сделать тотем. Я не знаю для чего. Еще как это будет выглядеть, но... Если что, каждую эту можно разрушить, да? Поэтому, если что, я снесу. Так, как остановиться и не дрифтовать в воде даже? Вот это хрен знает. Замочи огромную рыбу, вот эту просто. Рыба пытается... Как только что-то попытается проплыть возле меня. Чуть-чуть это было близко. Сейчас я помру. Нет. Я завалил одну рыбу! Да. Ух, ук, 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 я добыча. Д значит добыча. Давай, ты уже жрать хочу. Смотри, вот она, там кусок лежит. Тебе специально, я пошел еще ловить. Можешь кусок, короче, это вытащить? Я просто тем сейчас сделать буду. Зажарь его. Где он? На берегу? Лежит. А, на костре. На костре лежит. Так, small meat, start fire. Везде мясо одинаковое, даже рыбе. То, вот тотем, значит. Я потащил тотем. Я не знаю, для чего тотемы нужны. Может, отпугивать динозавриков. Типа Фореста. Что ж такое? Допустим, если я хочу прям... Так, значит... Ой, мама мия, это чё, это тотем? Плохо. Давай его рядышком поставлю вот тут. Огромный, иди сюда. Дитятка моё. Тотем. Так, чё не строится тотем? Тотем. Неплохо так-то. Да мне динозавров легче из лука валить. О! Красота. Join tribe? А, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Андрей все разрулил. Типа, join the tribe, типа... И где тотем? Join tribe. New Hunters. Nana Knight? Я Nana Knight. Нет. Accept. Все. Мы в разных. Походу. Join tribe. Nana Knight. Да, я Nana Knight. Че, ты Nana Knight? Вот смотри, inspect. Отойди. Отойди, инспект. The Nana Knights. Все, ты Nana Knights, и я Nana Knights. Вот, Nana Knights. Total who Members step 2. Upon you shall face my vice. Tribe leader, дом 23 ад. Да, я батька. Стой, иди сюда. Пригласи меня, не знаю, но чтобы мы доверяли друг другу. Не понимаю просто. Подожди, мы же в одном трайбе. Ну вот. Инспект. Doesn't trust. Я слышал, что-то большое такое шагнуло. И, честно, я это тоже слышу. А, нет, это я просто. Я поставлю еще такой тотем для красоты. New Hunters, все. Че, так, ты так, в другом? Стой. Инспект, тебе хорошо. Можно я тебя убью, попробую? У тебя есть что с собой нужно? Стой. Нет, можешь убивать. Хил, все. Аллилуйя. Спасибо, это так мило с твоей стороны. Погоди, а инспект? А, doesn't trust you. Все равно, смотри. Сейчас, подожди. А теперь не могу. Stay life нажми. Че за фигня? У меня мир темнеет. И у меня темнеет. Ты чё наделал? Я прогнил богов. С
Stay alive. Подожди. Total members, аж 3 мембра. Третий-то кто? Сейчас сдох. И дождь начался. Ты что сделал, блядь? Не знаю, я терю. На рыбку похочу дальше. Так, мы как с тобой в одном считаемся клане, я не пойму, можешь сейчас подойти и как-то посмотреть? Да я еще раз попробую убить тебя, может. Давай. Много... Может максимум, допустим, 2 раза можно возродить. Ну здравствуй! Теперь ты в ящике сдох, придурок. Олень, ты мог просто подождать? Сейчас погодь. Одна секунда, не убегай. You are dead. Not a big surprise. Ну, подойди-ка. Вот подойди к тотему. My типе. Давай. Мне кажется, что-то не то надел. Так ты где? Ты реально слепой? Так, я теперь могу... Теперь ты сдох рядом с тотемом, инспект. Нет, надо еще раз, короче. О, я зато так могу себе экспу набивать, потом динозавров приручу. Чего? Короче, как только наступит день, ну. Пойдем это. Сейчас. Нет. Батиску сформировал. Не, да. Что ты там рубишь? Смотри, я в твоем клане написанное, посмотрел? Ну я чуть тебя не могу возродить. Ладно. Ну, стой, join tribe. Все. You have required to join. New hunters, accept. Все, теперь не убиваем друг друга. Все, теперь. Стой, дай я посмотрю. Да подожди, не буду тебя убивать. Стой, inspect. Doesn't trust you. А ты меня убей. TP has been slapped. Что? Inspect. Roleplex. Doesn't trust you. Ну ладно. Если я не поем, я умру. Ну, жариться мясо можешь. Как я поймал ту рыбу, я был в шоке. Теперь ясно, что-то там нужно. Пойду еще тотем создам для красоты. Или что-нибудь подобное, не знаю. Сделай ресурс так, чтобы можно было создать веревку. Как я веревку тебе сделаю? Ее можно, просто дофига ресурсов напихай. Или дерево дофига. И оставь эту коробочку. Просто утром. Spear, shield, fire pit, bow, ball of torch. Делай, просто много ресурсов пихай. Дождь, ничего не вижу. Я в воде теперь обитаю. Тотем еще один можно сделать. Зачем? Болос. Все, светлее, максимум. Че? Максимум, больше нельзя. Я. Да, но тут только 20 всего можно. Ну сделаю себе, не знаю, щилд. Подожди, это. Ты все ресы туда напихал? Да. Даже камень? Да. Камень. Да. Да, кстати, я сделал рыбку. Она стой, Дим, join the tribe, можешь последний раз мне принять, но нахнайс. New Hunters, Steve Russian.
Ассеп. Так, Андрей. Я пойду по важной миссии. Куда же? А, добуду растения. Может мне рядом с этим бежать? С кем? С факелом? Да. Давай, на той стороне встречаемся. И возьму с собой щит, чтобы если что, тебя прикрыть. Факел-то я тоже возьму. Тогда уж лучше я просто буду бежать щитом. Да. Ну как считаешь нужно? Оп. Мне нужно будет потом на тебе экспу набивать. Зачем? Чтобы побегать на динозавре. Охренел, я тебе не отдамся. Ты жалкий. Кто тебя будет спрашивать? Я просто убегу. Ты меня не найдешь. О! Слышу звук. Так, давай, я рядом. Ладно, видишь? Да. Так иди к нему. Зачем? Пойдем траву искать. Ну, я рядом, все, я с пещерой рядом. Какой? Ты водяной? Да, мы просто аккуратно спрыгнем. Тихо там, сверху ящерица. Значит, смотри. Уно. Блюп! Вот. Хер там был, а не факел. Говорю, это выход из пещеры. Значит, где-то должен быть вход. Да, и он где-то спрятан. Пойдем. Стоп, зачем? Давай убьем динозавра, у тебя уже есть трава. Нет, я ж тогда сдох. Или она пропадает со временем? Она не пропадает. Но у меня а когда ты сдох? А когда ты сдох, ты ни разу не дох. Не знаю, но у меня показано ноль травки. Стой, там ящерица. Из лука убьешь? Нету лука. Подожди, дай факел создадим. Вот это дрифт. Давай. Тебе не кажется, здесь длинные ночи? Ждем вас, короче. Ух! Выскочил из кустов. Хочешь испугаться? Бум! Не, жизни же не наносит? Типа, за что нет? Не пугай, я тебя потом там... Вот то и та ящерица тебя потом напугает. Бонга-бонга... Give me your dream, пом-пом-пом-пом. Не беги, просто присядь. Да, меня... как вот, как я этот... Я тебя сейчас прикончу. Стой. Ты видишь ящерица? Давай. Напевай песню. This is my titty. Я спасу! Да, все, я тебя спас. Тихо, стой. Вот, видишь, батя Андрей, нужен для чего-то хоть. Когда, как мне вылечиться? Все. Теперь у меня нет факела. Теперь я тоже создам себе факел. Я создам себе щит, потому что я танк. Чё бы ты делал? Ты бы сдох, ты бы все, был бы бабхёр. Андрей раз подставился под динозавра, такой, нет, Дима, беги! А ты такой, ладно, а я такой, бам! Тебе разве не нужен этот камень для щита? Я решил думать логически и подумал, что не нужен. И нет, логика моя... Так, пойдем. Я назову его Доги Дог. Так, ну я еще что-то по теням увидим, да? Ты мне найди камень. Чё? Пиздец. This is my TPTP. Я спасу тебя! Беги, беги! Блять, на зуб! На собой купи. Нажимай рандом. Зачем? Нажимай. Зачем? Нажми. 59 экспы. Ну, рандом, ну.
умирай до тех пор, пока тебя не леснет возле входа в нашу пещеру. Пойдем искать другие пещеры нахер. Да затем, что... Все, я помираю. Давай, около ТП встречаемся. Давай в ту же пещеру пойдем, там гарантированно должна быть одна травка. Сейчас утону. Слава богу, пока никаких водных нет, ублюдков. Ха-ха, вообще я в воду не сунулся. Я и так на берегу стараюсь держаться. Нам нужно один раз добыть эту травку. Все, я около ТП. О, у меня больше XP было. Ха. Сейчас, подожди, я... Ты не можешь свернуть запись, я могу. Онга, онга. Я нашел карту острова. Это что-то должно нам дать? Ну вообще, если мы проследуем по нашей реке, не знаю, куда она проведет, просто есть много вариантов. Есть, короче, здесь еще и пустыня. Пустыня? Ну да. Вот, приручение в одиночку. Очки знаний. Чем больше вы выживаете, тем дольше, чем больше у вас очков знаний. Каждый тип динозавра имеет свое требование к ОЗ. После того, как вылечите раненого динозавра, тем будет считать исцеление, требует определенных трав, растущих в пещерах. Если вы умираете, то теряетесь. Все, щит у меня есть. Короче. Слушаю. Нам нужна трава. Пойдем по реке? Или дождемся дня, Дим? Долго ждать. Пока что накрафти себе все. А чё накрафт? Щит? Я себе сделаю лук и щит. Тогда я тоже. Короче, для каждого динозавра требует свой... Надо сделать, короче, мне еще веревку потом. Как? Да я уже не знаю, это уже моя забота. Основа, вот факел, костер, камень, лук, копье, болос, веревка, два дерева. Ты, кстати, можешь себе стрелы это делать. Я знаю. Я это уже говорил. Но веревка что-то из двух деревьев не хочет крафтиться. Может, ее еще не вели? Она есть, Андрей, иначе как можно было уже приручить динозавра? Так, сколько дерева нужно в щит для щита? Это хрен знает. Ладно. Я тащу за собой ящик? Не знаю. Нет, я его где-то потерял. О, вот он. Накрашу сейчас тебе стрел. Две стрелы, динозавр мертв. Взял из стрелы выстрел. У меня свой ящик про тебя. Вот он, олень. Под тобой? Вот он. Где? А, вот он. Сделал себе щит. Все, мне больше ничего, в принципе, не нужно.
сделай мне веревку. Что? Ладно, забей. Что я хотел? Веревку я хотел. Тихо. Максимум можно все по 10, да? Угу. Ну, по 20, точнее, в общем. Точнее, ну, в общем, да, 20. Алле, оп. Лови, иди рыбу, сделай себе крапиву, лови. Охренеть, вот это толстая рыбина. Псих, стомагавка порублю. Давай, выживай. Все, рассветлеет, можем выдвигаться. Нет, пока не станет день. Ты уверен, что тираннозавр вообще существует в этой игре? Смутные сомнения. Ты же говорил, чувак находил. Чувак находил. Эх, ладно. Поверю, да? Поверю. Ну чё, рыба, всё, молись. Я с копьём. Вообще ничего не вижу. Ты просто плавал за рыбой и тыкал? Да. Нет, я просто как-то выжидал, я не знаю. Это как-то на рандомно получалось. Буду просто агрессивно плавать и тыкать. Знаешь, что и нихера не выходит. Входит, вот она ходит. Вот. Для галимос. Что? Стигомолус. Это что? А короче, мне нужно 100 очков знаний. И зачем тебе эта веревка? Тихо, отойди. Я сейчас тебя чуть-чуть. Я стоял вот тут и стрельнул дерево. Онга, ты чё, Онга? Веревка не нужна. Не нужна? Нет, нужны в основном очки знаний. Сейчас как я рыбу испугаю. Давай, найди пожрать. Да я не знаю, как ее ловить. Я тыкаю в нее. О, я загнал одну в угол. Не, она загнала меня в угол. Ты с берега ловил или нет? Нет. Ладно, будем по твоей тактике действовать, выжидать. Андрей, срочно сделай. Слушаю вас внимательно. Так, 10. Сделай мне пока один камень, привези его сюда. Нихера себе, вот это запрос. Зачем? Я клетку сделаю для динозавра. Не спрашивай. Окей. Вот ваш камень, сэр. Блять, идиот. Я даже остановился, потому что я знал, что так будет. Все, ты положил офис в мою? Да. Помоги мне дособрать. Когда будет 14, скажешь. Уже 10. Когда же светлеть-то будет? Все, вот этот последний раз, не бей больше. Всё. Нет, один. Я добью. Как знаешь! Кейдж! Да! Отойди. Так.
Да, я поставлю клетку, и у нас будет свой динозаврик. Ну, ты понимаешь, как клетка размером должна быть? Не маленькая. Если... Ладно. Пошел. Так, что у меня есть? У меня есть лук и щит. Все, мне этого достаточно. Ну что, пойдем. А чё, где весь день был? Уже ночь. Светлело же вроде. Нет, это был закат. Как, в третий раз? Ну да. Намути мне поесть, жрать хочу. Слышь, я то же самое, у тебя копье, иди. Смотри, рыбу. Хочешь, я тебя... Смотри, как с дрифтом. Чау! С крыши. Ого. Смотри, как из лука. Ладно. Ты тоже это видишь? Что? Боль. Да хорош. Давай намути мне поесть. Я не умею. Знаешь, я тебя убью. Слушай, а если из лука нельзя? И вот, и, давай, посмотрю, как ты ловишь ее. Просто дрифтуй. Смотри. Она сейчас подплывет к нам. Не двигайся, вообще не двигайся. Не надо. Ну? Просто дай ей сейчас подплыть к нам. Да, надо подышать. Все. Так, все, забирайся внутрь и дрифтуй. Как дрифтовать-то? Вот, просто не двигайся. Ну? Не двигайся. Может, это дрифуй, а не дрифтуй? Нет. Вот возле меня буквально она рядом проплыла. Было бы у меня копье, я бы уже набрал себе рыбы. Идиот. Стой, опять дрифую. Дрифтую, блядь. Да пошел. А, нет, 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 не должно все так закончиться. Фу. Неужто там день? Да! День? Онга-онга? Ну чё, идём? Да. Экспедиция! Так, я всё равно на всякий случай сначала щит возьму. Ну где ты? Так я уже выдвинулся наверх. Всё, в какой наверх? Встречаемся около Онги-бонги, Тити-Вити, как их там? Я не знаю, куда ты убежал. Это, Андрей, быстрее, мне страшно. Где ты? Я около Тити-Вити. Я прям напротив. Напротив чего? Смотри вперед. Где ты? Вот давай, если побежишь так вперед, ты на меня найдешь. Зачем? Вдоль реки пошли. Нет, зачем? Давай пойдем в гарантиру, быстрее иди сюда. А я куда ты хочешь-то? В ту пещеру там есть, боже, я не знаю, откуда он мычит. Здесь есть мочить, тихо, танк бежит. Да, Андрей! Хорош! С говном не балуйся. Я победитель, считаю. Все, хорош. Все, пошли. Вообще что ли, давай ползком. Тихо, тихо, вон, вон! А, это страус. На обратном пути зажарим. Они жарят друг друга. Так, готовься дать залп по ящерке. По какой? Вон впереди. Не вижу. Да вон она. Вижу. Стоп. Отползаю. Посмей только не попасть. Начинай. Синхронная охота. Все, не трогай. Ты томагавк. Начал лагать. Начал лагать. Что такое? Ты сейчас держишь томагавт вместо лука. То есть ты я ценишь? Знаю. Стой. Так, ребят, поскольку уже время этой серии подошло к концу, следующая серия начнется с того, что мы идем в грёбаную пещеру добывать грёбаные лисы для грёбаных динозавров. С вами был Тэ Хорошен, со мной играл Домишка, и всем до скорых встреч.